палате словно под открытым небом. В Министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали, почему накануне затопило ковидный госпиталь в Бийском районе. Жесть. Вот у нас как девочки, санитарки, убирают водичку. Вот медсестры, медсестры, санитарки, весь персонал борется с водой. Все люди вон в коридоре. Это видео вчерашнего потопа. Вода с потолка не капает, а бежит. Медицинский персонал, вооружившись тряпками и ведрами, собирали воду. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, в Первомайской больнице в настоящее время ведется ремонт. Рабочие подрядной организации вскрыли кровлю и во время проливного дождя и сильного ветра не смогли что-либо сделать. В итоге затопленными оказались несколько этажей. Так, во время ЧС на 5-м этаже находились 75 пациентов. Все стабильные. Им предложили палаты на других этажах, но большинство отказались. Добавим, что восстановительные работы после затопления подрядчик проведет за свой счет, рассказали нам в Минздраве. Общая стоимость работ по ремонту кровли – 6,5 миллионов рублей. Сдать объекты должны в начале сентября.